Зачет проходил по нескольким видам программы – без оружия, с коротким и длинным оружием, а также по традиционному ушу. Соревнования собрали более 200 спортсменов из Приморского края, Амурской области и Якутии. Наш город представляли 15 воспитанников Федерации УШУ и Центра детского творчества, подопечные Евгения Мухачева и Николая Панечкина. Некоторые спортсмены выступали сразу в нескольких видах программы и настолько успешно, что завоевали не одну золотую медаль. Так Павел Пустохин 5 раз становился победителем. Шесть первых мест занял Никита Козлов. По 3 золотых медали завоевали Захар Селиванов и Иннокентий Ромашов. Парни выступали и в отдельных видах, и в многоборье. Среди девушек отличилась Елизавета Ганжау. Уссурийская спортсменка стала лучшей в 2 дисциплинах. Всего наши спортсмены привезли домой 25 золотых, 24 серебряных и 11 бронзовых медалей. Уссурийцы вошли в сборную, которая выступит на первенстве России в Москве уже весной. В марте по традиционному УШУ и в апреле по спортивному.